Вот почему-то мужчины считают, что самая главная женская мечта – это выйти замуж. Мужчины, я вас хочу расстроить. Знаете, о чем женщины мечтают? Любая женщина мечтает есть все, что захочется, и не поправляться. Вот это самая главная женская мечта, поверьте. Я, знаете, я в определенном возрасте тоже как-то стала обращать внимание на себя. То есть я смотрю, я в зеркале больше отражаюсь. А первый раз я это заметила, когда, ни странно, на пляже. Знаете, вот сижу такая под пальмой, такая в шляпе, такая в очках Дольче Габбана, такая, ха-ха, купальник открытый. Лучи солнца падают на грудь, грудь на живот, живот на колени. И тогда у меня там что-то такое вот щелкнуло. А потом я приехала к своей бабушке. И бабушка, которая меня всегда откармливала, она кормила меня всегда на убой. Она увидела меня и почему-то сразу спрятала пирожки. И я поняла, что что-то такое со мной не так. Думаю, взвешусь. Девочки, взвесилась, рыдала 3 часа. Вот прям вот расстроилась, ну очень расстроилась, когда эту цифру увидела на весах. Прям расстроилась. Потом я уже приспособилась вот к этому процессу взвешивания, понимаете? Я всем советую, девочки, делайте как я. То есть взвешиваться надо так, это целая система, целая наука. То есть хорошо, проплакалась, увидев, успокоилась, взяла себя в руки, вытерла сопли, слезы. И только после этого на весы поставила 2-ю ногу. Ну, вы знаете, девчонки, конечно, я тоже старалась. Я тоже старалась каким-то образом сбросить. Я даже с мужем поспорила. Мы с ним поспорили на золотую цепочку. Я говорю, похудею. Вот на 10 килограмм легко похудею за месяц. Он говорит, да я знаю тебя. Ну все, поспорили. Худею. 2 дня. Заклеила рот. На 3-й день оторвала пластырь. Посмотрела на себя в зеркало и думаю, ну не идет мне это золото. Ну не мое. И после этого, девочки, вот вы знаете, я как-то полюбила себя такую, какая я есть. Полюбила. Надо во всем, буквально во всем, надо находить положительные какие-то моменты. Даже в этом. Ну, не 90, 60, 90. Ну и что? Зато я прекрасно знаю, что с такой фигурой, как у меня, я никогда не провалюсь в канализацию. И потом, знаете, девочки, Камасутра для полных, она всего, вот не такая, она одна страничка. Понимаете, как удобно? Одна. Или так, или никак. Ну, и опять же, девчонки, вот я вам советую, делайте, как я. Я утром просыпаюсь, я подхожу к зеркалу, я смотрю на себя, и любуюсь. Но все-таки я говорю сама себе, Света, у тебя же потрясающая фигура. Потрясающая, потому что в этой жизни тебе есть чем потрясти.